друзья! На моем канале уже есть одно видео, на котором я рассказываю, как делаю зефир из клубники. Сегодня я хочу повторить этот рецепт, но уже с абрикосами. Нам понадобится 400 грамм спелых абрикос, 100 грамм эритрита, 100 грамм воды, 12 грамм быстрорастворимого желатина. Первым делом замочим желатин в холодной воде. Абрикос измельчаем окружным блендером. Ставим на огонь, добавляем эритрит и доводим до кипения. Абрикосы закипели, выключаем. Горячую смесь переливаем в чашу миксера, взбиваем миксером на полной мощности 10 минут. Пена. Теперь разложим это в стаканчики, формочки. Вот такой пористый, воздушный, необычайно легкий и вкусный абрикосовый мусс. Готовьте с удовольствием, ешьте на здоровье, радуйте своих и близких вкусными, низкокалорийными десертами. Если вам понравилось видео и рецепт, подписывайтесь на канал, лайкайте, распространяйте. Всего вам доброго! До новых рецептов. Пока-пока.